Вот нет у тебя хребта, готов ползать и лизать, и ты будешь везде, в любом строе, очень нужный человек. И сделаешь очень хорошую карьеру. Есть у тебя свой стержень, жизненные принципы. В любом строе тебя сотрут и сомнут. Такие люди не нужны. То, что мне удалось выжить, не дай бог другим людям. В литературе ни одного шага. И глухую блокаду. И что только не делали со мной. Я не для себя делал. Все, что я вложил, это гроши, то, что я получил. Я делал для своей страны, для России, для народа. Это выспренно звучит. И не может быть нескромно. Но это было единственное, что освещало смысл в мою жизнь. Я для этого жил.